распушил? Куда падаем? Говорите, новое место. Это риторический вопрос или... Да, чуть нет. Сан-Мартин-то это понятно. Я жду ваше предложение. Ну понятно, Сан-Мартин. Хуёво у тебя предложение. Коллегиально мы рассмотрели, и я решил. Юра опять ушел? За слушателем. Это да, надо, надо. Убери метку свою. Зачем? Потому что мы не в Пикадо летим. Все думают, что мы туда. Кто? Все мы. Тимур. Тимур, чтобы думал, что мы все туда. Обманка. Не, мы когда поначалу играли первые разы, мы думали, если метку ставишь, то все видят. Ну да. А вы ни одной не замечали, что вы не видите? Ну, мы думали, что все постоянно, никто не знает, ну, все прыгают без меток, а мы одни, блядь, с меткой. Ну, я проебал, короче, когда прыгать. Я посторожу. Уже можно. Общагу посторожу. С нами дохуя должно быть, я видел там дубляги. Единственное, не может пару грит. С нами нет никого. На бетонке на, там на вашу на бетонке на верхней, да, упали. Один. Здесь никого. Один реально, блядь. Убийца. Здесь хисиенду летят. Ну все, пизда всем. Давайте на топчик если пойдем отдыхать. Я смотрю, ты устал прям как, да? Ну, как бы рабочий день сегодня был. Как Тимур говорит, тяжелый рабочий день. Пиздец тяжелый, что последняя неделя вообще ебануться. Вообще, да. Еще две недели я в отпуске. Хорошо тебе. Я в августе. Заебись. На море поедешь? В эту. В Крым. На Кипр опять. Ну опять, короче, туда же. Что туда же? Ну ты там уже был три раза, два. Один. Два ты был. Один. Ну вот. Даже один. Катило, знаю, что-то? Я что-то уже все объездил и не знаю даже куда ехать уже. Только блядь, за границу съездить. Ну, блядь, нельзя. Пока нельзя. Это российская армия. Вдруг я расскажу, как я от руки пишу на план конспекта. Это точно. А нахуй ты от руки пишешь? Пиши не от руки. Указания, блядь, такие. Все, все, только возвращаемся, блядь. Скоро нам зайдут и скажут, ну, вам компьютеры нахуй не нужны, поэтому... Сокращаем людей? Да, и компьютеры тоже. Да. Компьютеры все в штаб генералу. У нас такая же хуйня, что думаешь? Оно везде так хуйня. Я знаю, что везде. Я же не жалуюсь. Ну да. Просто рука устала писать. Дурдом, 21 век. Чем бы солдат не занимался, лишь бы заебался. Да не только солдат. Хотя мы приравнены к солдату. Не, у нас, кстати, полувоенная организация. А, вы в смысле? Конкретно. Девятки, блядь, подбираются, как будто... Две эмки, блядь, друг на друга лежат, нахуй.
Как будто кошелек с монетами поднял. Что, Юра ушел, что ли? Да, в себя. Интернет, наверное, пропал. Бомбануло, наверное, уже. Бомбалыло. Юра, да не переживай, ты все равно. Вы заебались на меня, блядь. А хуй ты спишь там на ходу, блядь. В смысле, о чем мне вам сказки рассказывать, что ли, блядь? Блядь, почему музычку нет? Музычку бы включил. Не хочу. Музычка вообще огонь была. Пока играла музыка, я жил. Играла музыка, ты жил. Я понял. А кто куда поехал? Желтый общак. Да Макс катается. Макс туда приехал. Блять, на карту посмотри. Ну все, я уже посмотрел. Я сейчас спросил, потом посмотрел. А ты... Я одну забираю. Там можешь две забрать. Сейчас я только одну долутаю. Мне они не нужны, эти общаги. Нет, понятно, лут, лут. Мне второй шлем нужен. И прицел. О, спасибо за второй шлем. Прицел. Ты все, ушел? Куда? Ну, из общаги. Нет, икс еще. Ты сейчас там все залутаешь так. Блять, естественно. Че, тут в ад пришел катать, что ли? А мы чем занимаемся? Воюем, воюем. Еду, еду в соседнее село. На дискотеку. Вообще ништяк, мы съездили. Да ты нормально поешь, давай, пой. Да, блядь, Юра бы включил. Взял лучше. Юра, блядь. Я, кстати, смотрю, эти стримеры играют, которые марафон. Они постоянно там на музычке. Вообще не нахуй им этот марафон нужен. Не понимаю. Бабок поболя. Ну, конечно. Мне кажется, уже просто все смотрят на него, а он вот он устал и уже не интересно смотреть. Мини есть. Возьму. Хуй знает какой этаж. В моей общаге, да? Нет, вот где я. Ну, в моей. Ты же, блядь, у меня тут лутаешь. Я понял. Короче, они устают и, блин, интересно уже смотреть. Этаж третий? Третий, да, третий этаж. На метку. Да, видишь, я знаю, где даже, блядь. Да мне метка твоя нужна. Направо, налево. Налево. Тебе же метка не нужна. А нахуй мне лево? Аптеки, блядь. Чё, зажиточный, что ли? Да я рассказывал. Или опять не видел? Забыл. Может, тебе оставил. Я хуею. Увеличенный сбросил, если надо. Жопу сбросил, если надо. Ты икс не хочешь мне отдать? Икс? Да. У меня нету икса. Хуёво, что. Даже икса. А я чё говорил, что хочу отдать? Да. Ты садишься? Не, мы чё, куда-то едем? Да. Я еду. Ты же сказал, что ты не поедешь. Нет. Я вообще ничего не говорил про езду. А у нас тип наверху, надо не забыть. Уж по-любому придёт к нам. Да он уже в Хисиенде, скорее всего. Чё, блядь, иксов нету, что ли? Чё за бред, блядь? Ещё мини, охуеть. Шпикс положили. Да, хотя бы Ещё x3. Мини. Два мини в одном доме. Я тут x6 есть. Возьму. В втором этаже. А, шлем второй, если что, возьму. Здесь. Блять, кучу уже видел. Блять, я не видел. Ты же сам искал вроде. Я нашел. Я сказал, потом еще кучу видел. Специально не сказал мне.
По-любому специально не сказал, мы же тут просто так, блядь, время проводим. Бегаем, блядь. Что правильно сказал, мы проводим время. Тут темка есть. Хорош. Если надо. Пожар. Юра, а ты у себя тут на пути не встречал? Кого? Шлем второй. Не помню. Может, и встречал, не обращал внимания. Давай. Х4. Вот есть, на втором этаже здесь, красный. Х4 взял. Но... А кто-нибудь ручку находил, там что-нибудь такое? Блядь, вообще? Юр тоже в красном. Блядь, где-то была, здесь был. Я... Где ты сейчас? Да, в пожарке. Мотак возле синего по третьему ряду броса. Так что в курсе хоть бы. О, нихуя, у меня даже шлем первый. Ой, шлем. Нашел брос. Ручку? Нет. Броня. Значит, в зеленом. Да. Сейчас на второй этаж посмотрю. А шлем где Мотак. Был? Мотак. Мирада едет. Тут шлем наверху второй есть. Да. Сейчас. Мирада, Юр, к тебе едет. Да я слышу. Я с Юрой здесь. Не вижу. Не, мимо. Мимо. Интересно. Наверное, за своим карифаном он тем. Ты чё, хуярить его пошёл? Я за ручкой пошёл. Не, Макс. Чё? Хуярить его? Я думал, ты хуярить его поехал. А ну-ка, да. И я и где хуярить, блядь. Я забыл. Мы крысы. Сидим в углу, блядь. Здесь одна аптека, я вообще вахнул. Могу большую одну отдать. Давай. 17 бинтов. Вон Максу дай тогда. Не, у меня есть аптеки. Тебя, кому-нибудь убил маг, надо до снайпу? Не, все есть. Вперед. Зона на минус Generalis. Чё? Да не, ничего так. Акцент? Минус Generalis, да, акцент. Generalis. Нет? Минус. Сейчас вот этот вот Мирада обратно, скорее всего, поедет. По-любому. Мы такие ту-ту-ту-ту-ту по ней. Ту-ту-ту. А мы поедем куда-нибудь? Видимо, нет, что-то. Ну, как... Я еду. Машины нет. Ну ты на двух колесах, да? Да, двух. Я думал, мы Мираду подождем. Не, мы можем подождать. Только в зоне надо. А что, засада, да? Ну, типа того. Так Тимур, это... у нас засада. Две минуты, блядь, если они поедут. Ну, блядь, она же зачем-то туда поехала, блядь, в синьку, блядь. Не просто же так. И где она, у нее оттуда там один выезд, блядь, только через обратно сюда. Тем более по ней же не стрелял никто, знаешь, она не подумает, что тут нормально все. Вот на вот этот вот машинку. Блять, а где бы тачку еще одну для Тимура? Тимура. Заебись, вы меня уже бросили, да? Все же тянули спички, ты в том числе. Раз у нас две длинные, значит у тебя одна короткая, верно? Что-то не видел я спички. Может колесо проколоть? Попробуй. Мы все побежим дружно. Глушитель на автомат нет? Нет. На компенс бы поменял. Ты ж там это, сам оставил. Компенс не надо никому? Нет, я пошел в зону. Давай, пиздец. Давай, мы пока. Мы в секунд 30, наверное, поедем. Еще и вперед меня приедет. Ты там не сдохни, главное, пожалуйста. Да, конечно.
Через минус генератор спала, я хуй знает, давайте опять. Грейв ярд, можем там подняться. Да куда-нибудь лети там уже. Там один хуй пиздец. Везде. Юра, мне кажется, они не приедут. Думаешь? Вы ждите. 30 секунд, поехали. Давай, подбегай, как раз будет 30 секунд. Ты на линьёму. За зоной они 2 минуты уже. Это пидоры. О, красная зона, поехали, Это пидоры какие-то. О, я за рулем? Нет. Да. Да? Блять, у меня впереди стреляются. Пиздец, ну мы сразу уже понятно, да? Не-не, наверху на грейвьярде стреляются, по-моему. Юра, ну я водитель от бога. Ну я от этого лица тоже водитель от бога, блядь. Да? Ну ладно. Стреляться на 170. Да, привет! Да, вот вы туда сейчас поедете, блядь, и стреляться. Мне бы за красную выбежать. Юрий бы вот тачку найти. Здесь есть тачка, смотри. Да, вот. Забирай, я за Тимуром. Может, я добегу сам? Добежишь, добежишь. Нихуя себе. Блять, еще и космос, сука. Видал, как я умею? Переднем колесе хуя. Чё, куда? Сюда? За Юрой. Ой, да по Юру встретили? По тебе? Да, 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 да. Да, ну с машины стреляют. Едет машина, и с неё ебашит. Блять, ну я понимаю, что с неё ебашит. Я вообще не буду. Сейчас... Да, они за мной гуляют. Так, ну, понизу, понизу. А где они есть-то? Вон, я слева. Юра, встань. Они мне на перерез. Вон, видишь? Вижу. Давайте вот в этот компаунд. Они, Юра, за тобой. Блядь! Едем, едем, Тимур, молодцы. Чем это пишется? Я их потерял. Нет, а, нет, они разворачиваются, они кружат, кружат, Юра. Через дорогу переедь, Макс. Через дорогу. Да, да, да. Вот здесь. Ты чё выпрыгнул-то? Вон они. Блядь! Я хилюсь, ребят. Хилюсь, хилюсь, хилюсь. Они тут все. Никита, Стас, Гена, Дюша. Да, 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 да. Они подходят к вам. Блядь, не вижу. Ещё один есть. Видишь, Макси? Да, они за стогом сена. Я большую аптеку хаваю. Хорош, там вот они там где-то, да. Я одну. Есть, я одного вырубил. Красава. Ну, за машиной, за машиной. А машину не вижу. Я вижу. Дальше, дальше за стогом. Туда, да. Дальше, дальше он, кидай. Он ползет, он ползет к ним. Блять, меня. Минус. Хорош, все. Все, убили, я убили. Него убил. Меня потом. Там Грена, Юра, все. А я не там. Ну, меня, 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 пожалуйста. Да я бегу я. Пожалуйста, быстрее. Блять, прям в голову, сука, попал. Мне шлем у них надо взять. Срочно. Коряк мой есть, сейчас заберу коряк. Ты кого-нибудь убил? Хорошо? Вы не против? Кого-нибудь убил? Вот тут шлем целый. Вот заберу. Грены их дайте мне, я гренами вообще убиваю люто. Блять, один настоящий раз, что ты попал, это не значит. О, нет, он просто сам, он сам на нее набежал. Тут коряк и это. Блять, заебалы мотоциклы. Вот здесь коряк. Ну я забрал. Ой, забрал, блять. Там глушитель еще. Да я заберу тоже. Бля, глушитель отдаю. Давай. 6. Где глушитель-то? Там лежит.
На дне. Да где? На дне. А, вижу. Стой, не бери ничего. Все, спасибо. Вот, у вот этого, короче, где он? Блять, у меня еще где-то здесь валял. Вот, а, вот, вот, вот тут второй шлем целый. А вы что, все аптеки подрезали? Я ничего не брал, я взял только... А у тебя свой сколько аптек? Обратно. Ни одной. А, одна. На, две возьми. А человек сколько было? Четверо. Трое, трое. Четверо. А еще третий. А. Филь четвертый. Я вот вообще... двое. Я двоих вижу, да. Трое было. Чё? А, мы за зоной, ребят. Не знаю, их, их не четверо, их трое было. Потому что три килла было. Три, три килла. Ладно. Я на бинтах пока что. Аптек мало. Красная рукоятка не нужна никому? Нужна, возьми у меня, блядь, это хуйня длинная, блядь. Палка это. В зону идем? Или едем? Да, ехать, наверное. Ну хотя тут недалеко. Ну в поле, блядь. Ну едем, ладно. Вверх подберешь? С Максом уже попытался. Чё тебе не нравится? Нормально, чё? Чё ты вот гранаты не взял, блядь? Я взял одну. Я набрал. Одну. А у меня больше там не было. Ты набрал, наверное, одну оставил. Нет, ты, кстати, Тимур вовремя выпрыгнул, блядь. Да, я понял. Прямо на подъемчике. Но я думал не дальше, если честно. Я тоже думал. Поэтому я их... Блять, по-моему, меня колесо спустило. Подкачай. Да, у тебя минус колесо. Прям слышно, как оно скрижечит. На. Вертикалку оставь. У меня есть. Крыс нету? Да вроде нет. Тут белый не шлем, вот второй. Тут не вот он. Шлем, шлем, шлем. Кому надо? Зона. Опять? Ой, далековато. Давайте чё куда? На эту гору, я хуй знает. Лос-Леонес он. Чё у нас по бензу? Ну такое. Вы едете, нет? Да. Да. Триста пятьдесят стреляли. Да. По вам? Нет. Ну рядом, да, где-то? Ну нет, нет, далековато. Тут еще в Лос-Леонесе где-то стреляют. Да, тип вижу, вешка, где бетонки, два типа. Они, походу, меня не знаю, видели, нет? Не, один лежит. Да, давай, чё, по... да ебанём, вот в кустах, которые, да-да-да. Блять, я... Блять, вот вы рано начали, и, блять, он сидел. Да Юра, а я сразу стрелял по нему, блядь. Понятно. Один блядь, бежит блядь. На 275. Вот они по нему стреляли. Это по мне. Не знаю кто. Я тем 24 не хочу, блядь. А бетонки так, кстати, по-моему, тени в зоне-то. Бетонки в зоне. Да? Да. Там по нему кто-то раздает еще сзади. А тип бежит на 5. Сзади у нас на 355 тип. Спина у нас. Зеленый. Блять, скажите, где?
65. За стогом. Он за зоной. За стогом. Хилится, скорее всего. Пустится, скорее где всего. Где тут стук, нахуй? Еще стук. Поджал, поджал. Вон энд, он бежит. Кто? Ну я его, а. Да все, я за зоной. Значит, у него где-то друзья здесь. Ну да, все, он кнопнул. А, вот они, где эти, круглые, левая круглая куня под нами. За левой, да? Угу. По мне, с бетонок. Блядь, сука. Блин, да если справа никто не придет, с 8. Ну так, мы чуть-чуть не в зоне. Нам чуть-чуть подняться, да. Ну, вообще, а эти все не в зоне. Пойти бы туда, ты вот так не выглядывай, Тимур, ну нафига ты палишь? Я вижу вот это. С бетонок побежали. Вижу. Право, вижу, право от бочки. Я понял, я видел, он пикал. Ай-ай-ай. Расхуярили мне третью. Я зашпалюсь, блядь. А Макс не палится, да? Да я-то на самом верху. Макс-то с другими там вообще смотрит. А мы тут как поднимемся, кстати? Вон, слева идет. Дал ему. Где он, блядь, гондурас? В скалах там, блядь. Не, ну я-то сверху должен его видеть, по идее. Вот я и Грена взорвался. О, почти побежал. Вниз ушел. Минус сразу. Найс. Так, эти где-то сюда заехали, недалеко. Баги, смотрите, баги. Один пешком шел, один на баги ехал. Точно сказать не могу. М24 еще с Лостелона стреляет. И что делаем? В ангар или куда? Мы тут открытые, пиздец. Уже с этого Грена слева на 200 здесь. Блять, по мне. Вот эти два типа, три типа эти. Надо заходить слева как-то. Так, спускаться, как Юра, и туда пиздош. Город забегать. Блять, ну у меня броня вообще минус, нахуй. Тупо говно. Так, где Юра-то? Юра... Чего-то? Я тут... Мы густимся. Дайте я тоже тогда, чего не придумаю. Ну, блядь, зона подходит, блядь. Надо было раньше... Ты ж тайминг-то смотри. А, прям перед нами, блядь, типы! Это окно. Я все. Да, я... Блять, это другие уже. Они что, за зоны? Суки. Мне писенька оставляла. Это вот эти вот с бетонок. Эльпоза 2, Эльпоза Б, Эльпоза Y, Эльпоза... Кто там последний-то, ну. Блядь? Ну. Пидоры. Это не читаки. Не, это профессиональные. Все, минус, бля. Лулу положили. Че, мы все, да, наверное, на сегодня? Смотрите да, сами. Пол 12-го. Не, я уже все. А завтра че? Ты а че, не кушите закончился? У меня? Да. Да нет, просто не хочу. Все рано вставать, бля. Заебало. Почти будет, наверное. Бля, телефон сдох. Блять, у него такое ощущение, как будто пули, блядь, больше вылетают, нахуй. Секунду, чем у меня, блядь. У них пинг лучше. Ого. У них, блядь, ты только нажимаешь, а у тебя, а у них в тебе уже три пули, блядь. Ну это не жрецы, все. Зря он подымать начал. Тут как говно упали, слышали? Не, этот не даже бежит даже. Лулу. На сидулечке. Даже... Да, да я вышел уже. Просто сел. Давайте, чё. Давайте. Завтра чё, вы будете? Вот, да, ещё. Давайте. Скорее всего нет, да, как сегодня? Как вчера, точнее. Сегодня я как бы здесь.
Вчера, наверное, нет, блядь. Жду сижу, блядь. Когда же это будет, наверное, да или наверное нет. Ладно, давай. User disconnected from your channel. Disconnected.